В преддверии Дня Республики телеканал «Кызылорда» объявляет о старте челленджа «Моя Республика». Первыми поддержали начинание спортсмены. Данная инициатива телеканала направлена на укрепление патриотизма, единства народа и демонстрация достижений страны в разных сферах. Сунгар Канибек на чемпионате мира по карате в Венеции завоевал бронзовую медаль. Выступал он в весовой категории свыше 70 кг среди юниоров. В отборочном раунде с явным преимуществом победил представителей Новой Зеландии, Хорватии, Словакии и Голландии. Только в полуфинале уступил японцу Чибиараши и, обыграв соперника Хасиба Займира со счетом 10-0, закрепился на третьем месте. Я Сункар Канибек, занимаюсь карате с 9 лет, кандидат в мастера спорта, трехкратный чемпион Казахстана. Завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Италии. Посвящаю эту победу своей республике, родному краю и призываю спортсменов принять активное участие в челлендже. Призера чемпионата мира с почетом встретили родные и близкие, в их числе его самая главная поклонница, 77-летняя бабушка. Каждый раз, когда Сункар уезжает, прошу у Аллаха защиты и поддержки. Внук никогда не отправляется в путь без моего благословения. Я рада его достижениям. Желаю ему покорения и еще больших вершин. Отборочные соревнования прошли в Казахстане, в Талдыкургане и в Уральске международные турниры и Казахстан Опен. Был составлен рейтинг и удостоились права участия на чемпионате мира двое казлардинцев. Преимущество Сункара в том, что он атакует первым. С начала года он принял участие в турнирах в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Хорватии. Набрался опыта и достиг наилучших результатов.